Знание Лайф. Время определяет человека. Теория поколений описывает 20-летние циклы и рожденных в эти периоды людей. Знание теории помогает общаться с ними и понимать особенности их мировоззрения. Это ключи к успешной работе вместе, в команде, несмотря на разницу в возрасте. Бэби-бумеры. Бэби-бумеры – это самое старшее из работающих сегодня, но при этом вечно молодое поколение. Поэтому никогда не называйте их пенсионерами. Не ссылайтесь на их стаж и не подчеркивайте их возраст. Выделяйте их статус, экспертизу и огромный опыт, в том числе сертификаты и награды. Даже временные статусы, такие как наставник, эксперт или председатель рабочей группы, оказывают на бэби-бумеров магическое воздействие. Бэби-бумеры – командные игроки. Это они придумали тимбилдинг. Поэтому периодически подчеркивайте причастность к общему делу и вовлеченность в деятельность всей компании и коллектива. Они воспитаны в духе гонки и соревнования, поэтому лучший способ их замотивировать – дать им возможность победить. Неважно, кого-то или что-то. Они не терпят тунеядства и безделия. Работа для них – все. Даже отдых на даче они превратили в работу. Если бэби-бумера нужно вовлечь или получить экспертизу, лучший способ это сделать звучит так: «Хочу с вами посоветоваться». А уж если процесс коммуникации налажен, слушайте столько, сколько он говорит, и не перебивайте. Общайтесь долго и регулярно. Трагическая ошибка некоторых поколений – приходить, когда возникает проблема. Руководители бэби-бумеры любят знать все и владеть полной информацией. Поэтому запасайтесь большим объемом данных и после общения обязательно оставляйте стопочку на почитать. Этим вы заслужите уважение бэби-бумера. Старайтесь не использовать в общении с бэби-бумерами англицизмы. И помните, да, их не так много, но сегодня именно бэби-бумеры управляют страной и целыми отраслями. Не торопитесь списывать их со счетов.